Театр оперы и балета готовится к проведению 17-го международного балетного фестиваля. С 17 по 20 апреля на чувашской сцене будет царить Терпсихора. По традиции в фестивале примут участие солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Что ждет нашего зрителя, рассказали на пресс-конференции. Подробности в следующем репортаже. Балет, как элитарное искусство, уже много столетий волнует и дарит положительные эмоции. Нынешний фестиваль традиционно откроется премьерой в постановке Данила Салимбаева. Балет-комедия «Труффальдино. Слуга двух господ». И мы решили обратиться к этой теме, поскольку спектакль сюжетный, спектакль яркий, наполненный множеством событий. Это произведение, близкое по духу к комедии Дель-Арте, комедии ошибок. Спектакль смешной, ироничный, много ярких персонажей. Очень хорошо ложится на нашу труппу, на наши финансовые возможности. В премьерном спектакле выступят ведущие солисты театра. Айдар Хисамуддинов, Анна Серегина, Марианна Чемалина, Станислав Культин, Дмитрий Абрамов, Ольга Прыткова. Молодые артисты с вдохновением воплотят на сцене образы комедии Карла Гальдони. Продирижирует спектаклем Дмитрий Банаев, тонкий музыкант, чувствующий и знающий музыкальный материал. Второй день нашего фестиваля – это будет спектакль «Дон Кихот», недавно возобновленный опять к показу зрителя, с приглашенными звездами из ведущих театров страны, из Мариинского и из Большого театра. Подарком для чебоксарской публики станет выступление артистов из труппы Руслана Нуртдинова в программе «Виртуозы мирового балета». Талантливые танцовщики со всего мира уже покорили своим техническим и артистическим мастерством многие города мира. Балетный фестиваль – уникальная возможность привести этот коллектив в Чебоксары. 19 числа у нас компания R&D Production под руководством Руслана Нуртдинова привезет целый десант иностранных звезд. То есть в этом году у нас состоится не один, а целых два гала, поскольку гала зритель очень любит, и они будут разбиты на гала практически только с иностранцами и на гала с нашими звездами, российскими и звездами нашего театра. Для зрителя будет интересно посмотреть, что могут наши и что могут иностранные гости. Заключительный гала-концерт с участием солистов ведущих театров страны позволит насладиться отрывками из классических балетов и номерами современной хореографии, где на первое место выступает красота человеческого тела. Сергей Фишер, Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.